В Рязани уже есть жертвы еще не начавшегося купального сезона. В минувший понедельник, 30 апреля, группа детей отправилась на прогулку. Ребята, не старше 10 лет, проходя мимо речки Плетенки, решили искупаться. Оно и понятно, столбик термометра днем не опускался ниже отметки в 20 градусов. В какой-то момент один из ребят, 8-летний мальчик, начал тонуть. На помощь пришла группа отдыхающих. Они вытащили ребенка из воды и попытались оказать доврачебную помощь. К сожалению, мальчик скончался. Сейчас Московским межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области, по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства гибели ребенка. По результатам доследственной проверки будет принято законно обоснованное процессуальное решение. Сказать с уверенностью, что это единственный случай, когда подростки решили искупаться раньше времени, нельзя. Сергей Курицын – тренер по плаванию в бассейне «Аквамед». Он уверяет, что сейчас заходить в воду опасно. Хоть сейчас светит солнце и хорошая погода, на улице тепло, но в воду заходить не рекомендуется, потому что вода сейчас не прогрета, она холодная. Это очень опасно. Может привести к переохлаждению организма, к судорогам. Если же человек начал тонуть на ваших глазах, то нужно помочь. Правда, по словам Сергея Курицына, необходимо учесть много аспектов. Обязанность каждого человека – помочь пострадавшему. Хотя зачастую человек, который старается помочь в такой ситуации, бывает сам жертвой. Особенно, если человек этот необученный. Первым делом нужно позвонить по телефону 112. Затем следует оценить обстановку. Если свидетель происшествия хорошо подготовлен и ему не угрожает опасность, то тогда стоит попытаться спасти утопающего и до приезда бригады скорой помощи оказать первую помощь. Однако лучше подобных ситуаций избегать. Достаточно дождаться купального сезона и сходить на специально подготовленный пляж, где прогретая вода, много людей и всегда дежурит спасатель. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».